American gangs and Asian ones don't compare to the Triads. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Вэй. Much more careful. Ты дебил, Вэй! Ты неосторожен! Ты же можешь порезаться! Ну все, наконец началась полноценная игра. Слава тебе, Господи! О, я же в каком-то отстое! Хотя, такая неплохая комнатушка, можно побегать. В вашей квартире есть кровать, гардероб и монитор видеонаблюдения, с него можно подключаться к взломанным камерам. Хорошо, что гроба нету. Нажмите Tab, чтобы посмотреть карту. Несколько раз нажмите M, чтобы посмотреть основные задачи. Воу. Абердин, Кеннеди Таун, Парк Вик... Нет, я не хотел этого делать. Не хотел. Вот, убрал. Это что такое? Массажный салон, аптека, парковка, магазин одежды. Е, где есть задачи? Окей. Доступно новое дело. Это, видимо, то самое доступное по предзаказу. На обмане далеко не уедешь. Что это? Тихая поездка. Модная консультация. Видимо, какие-то второстепенные миссии. Аптека, парковка, магазин одежды. Клевый кондишн. И телевизор, смотрите, какой классный. Я не знаю, давайте его... Даже ногой его нельзя тронуть. Погладить его ножкой. Давайте посмотрим, как оно выглядит хотя бы. Готовые костюмы, например. Чё? О, господи! Серьезно? Серьезно? Вот за это переплачивать дофига денег и делать предзаказ игры. Спасибо вам. Спасибо вам. Я... Зато вот это открывает фирменный летящий удар. Ну, я не знаю, может футболку надеть. Босиком. То есть, возможно, только готовый костюм, да? А если не хочу в трениках ходить? Охренеть. Давайте вот это наденем. Теперь постараемся на ноги что-нибудь надеть. Охренеть, они серьезно подумали, что я в этом буду ходить? Не, ну давайте хотя бы посмотрим, можно хотя бы надеть ботинки-то? Вы представляете, даже ботинки нельзя надеть, придется босиком бегать. Нет, спасибо, я таким маразмом страдать не буду, вы понимаешь, извините, конечно. Вот так побегу. Открыть новости? Какие новости? Вернитесь в 80-е с набором старой триады и получите убийственный прикид и новое улучшение. Понятно. Новости загружаемого контента, который нахер никому не сдался, кроме полнейших деньги, не знающих, куда девать людей. Ну, я считаю, что эта игра... Уже заслуживает оценки выше 80, потому что в ней можно воспользоваться туалетом и... А смыть можно? Ты поссал, но не смыл. Эта игра не гигиенична. Ну хотя бы руки помыть можно. Без мыла, видимо. Еще можно. Сколько в него, сколько в него влезает? Интересно, если он через каждые 2 секунды может опорожняться. Или я не знаю, он не сливает до конца. А вот сейчас смылось. Или в прошлый раз тоже смылось. И что-то как-то я не улавливаю уже. Надо спать больше.
Надо плюнуть в вентилятор, уходя. What's it do? Support. Блядь, бей стену, бей стену. Я просто не могу остановиться, это такая же жесть. Ну чё, ещё встанешь, нет? Чё, кто ещё? Кто на меня? Ты? Ты очень... Какой она кульбит вытворила? Ты очень толстый, я считаю. Кто ещё? Кто ещё? Упс. Это была ошибка, я считаю. Я тебе заказал столик. Упс, извини, ты через него перелетел. Ладно, я уважительно отношусь к старикам, поэтому... С тебя хватит. Пу-пу-пу-пу, какой хороший день! Какой хороший день! О май гад, вот что значит 270DX. Классический круизер с упором на комфорт, а не на скорость. Можно изменить окраску, давайте изменим. Ну что, мне нельзя выбирать, что ли? А, всего три краски доступно. Давайте поездим на темной красненькой машинке. А, правой кнопкой надо залезать. Я понял, как танцы менять? А можно выключить? H-Club. Давайте, не знаю, что-нибудь выберем что-нибудь. Пойдет. Чисто лаунж. Знаете, эта игра, в принципе, вообще не российская, и она не заставляет думать о расизме. Абсолютно. А знаете, чтобы она стала еще менее российской, я думаю, что в нее... Надо включить миниатюрную сюжетную линию, в которой евреи устроят для себя самих миниатюрный холокост. Причем это будет происходить все в американском гетто, которым заправляют негры, который убивается крэком и прочей шмалью. Причем всю вот эту вот операцию, весь этот холокост будет спонсироваться Аль-Каидой. И тогда это точно играть не будет никакой нафиг расизм пропагандировать совсем. Извините, простите, я случайно. Я дебил, о-оу. Простите. Я не могу ехать. Пам-п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 ам. Что-нибудь есть? Так, ну давайте дальше, поехали. FPS в говно, ну ладно. Вот это прикол! Смотрите, что ножку не подергал. О, это просто зашибись. У него дофига шлема, посмотрите. Давай, зажигай. Камон, давай, камон. Я считаю, что надо устроить всем тут полный охренепон. Давай, давай. Мы в Китае, я еду за какого-то говнюка. Не вижу ни хера на дороге, врезаясь в какой-то столб, а потом охереваю. Давай, давай. Зажигай. Давай, давай, давай. На красном мотоцикле всех нахер ты сбивай. Точно же в Гонконге, левостороннее движение. Я сам охереваю от того, что я такой выбор сделал сам по себе.
И у меня нет в голове никаких других дурных мыслей. Я заработал 126 баксов. Ни на чем буквально. На меня едет коп, но я его пошлю в жопу, потому что я крутой рэпер. Да, да. Господи, я не доеду. Дайте, там крутой бузон. Так, где рынок? Аптека есть сзади была. Давайте зайдем в аптеку. Не знаю, купим что-нибудь от головы. Здесь очень сильный инсенс мышки. Вот сейчас очень сильный инсенс. Подождите, я сделаю инсенс поменьше. Играю управление. Наверное, вот этот инсенс имеется в виду, да? Да, естественно, сохрани изменения. Ну вот сейчас лучше. Мы пойдем, сейчас чечка кого-нибудь возьмем. В аптеке кому-нибудь зажмем. Зажмем в аптеке кого-нибудь мы сейчас. Потому что мы точно не гад, дурас. Камон, мы же Китай. Все будет полный чай. Какую-то херню я несу. О, я вспомнил. Здесь я давно ничего не говорил про Russian Tactics, но я не могу вспомнить. Я них не могу не вспомнить. Я специально, я никогда никого не обсираю без причины. Я зашел на канал и, мне всегда попадаются какие-то, наверное, удачные моменты, но человек, который проходит там видео, мы не будем ничего говорить про него, просто скажу, что он, что у него плохое чувство юмора. Настолько плохое, что оно вообще отсутствует. Он решил пошутить так. Он взял у этого человека травяной чай и сказал, процитирую, и точно ту же самую интонацию попробую вот сейчас вот произнести, это тоже точно та же самая интонация. Вот он взял травяной чай и сказал «Аригато!» И потом посмеялся, как будто это была шутка. Я более не смешной шутки ужасной никогда не видел. Во-первых, она ни к селу, ни к городу. Потому что аригато это по-японски спасибо, а не по-китайски. Во-вторых, это прозвучало по-дебильному и вообще не к месту. И в-третьих, это не шутка. Он мог бы, конечно, сказать так, например, что-нибудь там, как хочу с китайцем центром сказать «Аригато, спасибо, злющий, хороший человек!» Ну или что-то типа того, это может и китайский акцент был, но... Слушай, ты вообще хороший человек! Ну я не знаю, как-нибудь, но вот так вот сказать и поехать дальше, посмеяться. Причем, знаете, он посмеяться так, как будто у него... Как будто он сейчас будет свои собственные... фекалии нюхать и от этого... от этого тащиться. Вы меня извините, конечно, что, может быть, вы едите, но... Ну это какую миссию мне идти? Выполнять. This is real FM. This is the real FM. This is a real fuck you. Давайте выполним сначала основную миссию, потом уже пойдем туда на дополнительную. Хотя, знаете, просто давайте покатаемся. В жопу! Это же игра с Open World. Зачем думать? Давайте кататься. Пам-пам. Упс. Извините, парни. А FPS говно, надо поставить настройки пониже. Let's go! Come on! Я считаю, что мне надо оторваться. Потому что у меня большие яйца. Да! Я не понимаю, откуда столько людей на дорожках для мотоциклов? Вы посмотрите, сколько их! Ну ведь если машина туда не поместится, значит дорожка для мотоциклов. Логично ведь, так ведь? Вау! Знаете, в жопу эти миссии, я пошел кататься. Давайте поездим. Я думаю, что никто из проходящих не начал таким заниматься, поэтому... Поэтому мне плевать. Я хочу какой-нибудь трамплин найти. Вот, я его нашел! Уху-ху! Давайте еще что-нибудь найдем. Слоу, сам ты слоу. Козел ты, 054-я маршрутка, я тебя ненавижу. Блин, я забыл, что здесь левостороннее движение, вот же отстой.
Хотя тем людям, которые все время в GTA ездят по неправильному, по неправильной стороне дороги, им будет легче в эту игру играть. Да что ж такое? Я не хотел спускаться. Давайте. Козел. Get up, нига. Глупо слышать, get up, нига. Когда ты японца китаец, китаец, конечно же. Там такие крики, да что ж ты делаешь, козел, правая сторона дороги, это правая сторона дороги. Это левая сторона дороги. Вот так вот, вот такой вот рэп. Охрененный. Жопа, это говнище. Здесь вообще музыки нету. Давайте послушаем это. Вау. Клёвая музыка для поездки, я считаю. It's magic. Yeah. Блин, да уже не та, другая мелодия пошла. Fuck you. Куда мне ехать? Я хочу миссию начать уже. Да мне насрать. Да поехали уже скорее вперед. Мне пофиг. Куда я уехал вообще? Вообще какие-то пикуля уже. Давайте поставим вот сюда. Почему тут нельзя двигать? А вот можно двигать, да. Что-то я затупил-то так. Вот спасибо за GPS. Мяу. А, тут нельзя сделать быстрый поворот, отстой. Ты мне не нравишься. У меня уже дымится. Видимо, он перепарился немножко. Ты мне тоже не нравишься. It's magic. Oh, yeah. Fuck you. It's magic. You know. Чё он сказал? Можешь верить или нет? Да пошёл ты в задницу, чувак. Эй, ты так нечестно. Сколько машин-то, а? Отойди. Это магия, чувак, это магия. Или ЛСД. ЛСД. It's a magic. You know. Я повторяю слова, которые слышу. It's magic, you know. Wow. Ты когда мы уже туда доедем? Я же затрахался. Оу, да, это была клёвая песня. You've been listening to Queen here on Sagittarius FM. Это был Queen? Followed by Suzy. Упс, я, кажется, только что Queen обосрал. Я не обосрал, я просто не подпел. Я кавер-версию наложил. Давай. Как эта станция называется? Sagittarius FM пойдет. Надо запомнить. Жалко, классики нету. И 80-х. Давайте переключимся. Сейчас кому-то выпадем, мы жопу набьем.
Ладно, проехали. Пошел отсюда. Так, понял рекламу нахер. Проехали. Ну, H Club потом посмотрим. Вы видали? Я приехал. Случайно, абсолютно. Ну ладно. Поехали. Хватит петь. You know, I'm just a little frustrated, stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. Look, it's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, it's good for Dog Eyes, but that might be too much too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Все, что ему нужно, это что-то в его заднице. Окей, я понял. Looking after it. If we boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Знаете что, я читаю субтитры, и вполне нормальный перевод, прикиньте. О, да. Where'd you get the van? А если бы камера не крутилась, было бы вообще отлично, чуваки. Она опять в жопу просто ушла, камера. Я не могу с такой камерой ездить, это просто звездец, ребят. Она вертится так нереально. Посмотрите. Ну, я не знаю. Нет, я думаю, что это отклонение камеры, когда при беге еще будет. Ну, я не знаю, давайте на двойки поставим. Потом еще прицеливание придется переставлять. Нужно ездить по правилам, чтобы увеличить полицейский рейтинг. Хера лысого! Ау. Надо ездить по левой стороне дороги, надо не забывать. Это очень сложно. Пошел нахер. Иди в жопу. Мы нигеры японцы, мы нигеры китайцы, мы все нигеры, все на земле нигеры, потому что все нигеры, 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 нигеры. Чё, опять сражаться? Давай. Я кому-нибудь сейчас бочку вон там вот на голову надену, синюю. Атаки громил нельзя прервать? Ого! А как от них отбиваться? Ну, нападать кто-нибудь будет? Пошел в контейнер! Давай, вали! Приключения тебя ждут! И тебя тоже. А это-то что такое? Господи. Эй. Пока. До свидания, чувак. Ну, бей! А, не хотел он бить его. Ладно. А, не успел я нажать правую кнопку, а вот сейчас успел.
О, как он ему руку-то выломал нахер. И этого я успел перехватить. По-моему, то же самое добивание было, только какое-то инвертированное, по-моему. Че, еще разок, что ли? Ну давай, давай, я иду. Ауч. Ауч. Я вообще-то их схватить хотел. Ух ты, может его можно выбить? Вот туда вот, выкинуть. Ауч. Ау! Я хотел его схватить, не получилось. Я же сейчас сру. Эр. Ауч. Вы это видали? Вау, какая жесть творится. Ауч. Ау, это было больно. Надо ножик схватить. Фу, вот это было клево. А, сейчас еще не, только не надо гоняться. О, нет. О, нет, только не гоняться. Гоу-гоу-гоу, я с такой камеры не могу. Гоу-гоу-гоу. Это же просто звездец. Ребята, ну это очень чувствительные камеры. Турюм, пам-па-парам-па-пам-па-парам. Сейчас я тебя как-то гоню. Потом тебе жопу набью. И будешь без жопы, совсем без жопы будешь, и будешь ты. Без жопы будешь, рифы нет. Да как-то пофиг, и пофиг мне. Что там написано, левый контрол надо в правом нужном направлении нажимать, чтобы машину протаранивать. Ты, козел, в красной машине иди в жопу, это легче, чем GTA. Интереснее и круче. Поехали. Вперед, вперед. Камон, камон, давай. Иди ты в жопу. Извини, чувак. Я не хотел этого делать. Уйди от меня. Воу! Вот это была жесть. Этот фургон медленный, как отстой. Иди нахрен. Воу! Блин, у меня никогда полицейских очков не будет. Все, я тебя догоняю, мужик. Под клёвую музыку, видимо, от французов. Почему от французов? А потому что паркур, паркур. И кому-то сейчас придется возить этих дур на машине. Потом везти их к бабе Зине. При чем тут машина? При чем тут бабы? При чем тут Зина? Она не катит. О, господи, это такая жесть. Ага, я имя сказал, молодец. Идиот. Кембрия. Идиоты. Я уже уезжаю. Извини, что кого-то там пошатнул. У кого-то там пошатнулась, может быть, психика. Из-за того, что я вожу очень коряво. Но я же ни при чем. Это всего лишь коп. О-о-о. А я-то откуда знал, что эти ворота не открываются? А, ну нам сюда и надо, так что окей. То есть я убил дофига людей из-за поддельных часов. Охренительно.
Клёвенько. Прам-пам-пам-пам-прам-прам-прам. Ое! Очки триад. Получены. 20 тысяч долларов, поддельные часы с Кембрия и отчет от Джеки Ма. Джеки Ма. Так, улучшение в табе, да? Видимо, не здесь. Видимо, тогда надо было нажимать таб. Ну, что ж такое? Нет, не соц-центр. Вот улучшение отряда. Почему в обратную сторону начало листаться, если контролом? Отбивание. Отбивание? Отражение вражеских атак. Сопротивляемость ударом. Давайте прочитаем все ветки. Тут же их немного, да? Сопротивляемость ударом. Игрок получает пониженный урон от невооруженных врагов. Удар в подъеме. Выполните удар в подъеме, когда вас сбили с ног. Сопротивляемость оружия ближнего боя. Игрок получает уменьшенный урон от оружия ближнего боя. Остановление контратак. Вейп быстрее восстанавливается после неудачных контратак. Удар локтем вверх. Заберитесь на противника и наносите ему сокрушающий удар локтем. Удерживайте левый shift и удерживайте F. Дополнительный урон от всех ударов. Нацелитесь на противника и нажмите Space, чтобы перепрыгнуть через врага и оказаться у него за спиной. Игрок может выполнять атаки оружием во время бега. Открывает быстрое продолжение для простого сильного пинка. Оружие ближнего боя наносит повышенный урон и имеет... я даже не знаю, что качать. Все хорошо. Ну, давайте вот это все-таки вкачаем. Ну все, очки потратились, да? А что за авторитет? Ну, а, да, надо помогать кому-то, чтобы... Точно, все вспомнил. Статуэтки? Отлично, я еще статуэтки не искал, да? Чтобы получить новые удары. Нет, спасибо. Давай, народ, до свидания.